Вот это вот поклевка. Надо останавливать это дело. Все, 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 все. Тихо, 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 тихо. Карплещ, старый горох. Ну давайте попробуем, будет ли работать. Я думаю, что должна. Лепится очень хорошо. Будем цеплять чистый пуфик без добавления опарыша, хотя опарыш он у меня стоит. Ну, пока попробуем так. О утках там движуха. Штук 10 собралось. И возле камышей кантуются. Так, и вторую цепляем. Ну шо, народ, время уже 10:29, так и не было ни одной поклевки, все стоит, только перенаживляюсь. Ну а я сейчас, друзья, буду завтракать, потому что я еще не завтракал. Вот сальцо, лучок. А, слышите, как пахнет? Всем приятного аппетита. Ну а вы также присоединяйтесь. Немного ветер поднялся. Класс. Еда на природе самое то. Ребята, вот это вот поклевка. Надо останавливать это дело. Все, 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 все. Тихо, 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 тихо. Ух, дождался все-таки я.
все завел в камыш. Иди сюда, дорогой. Иди, иди. Что, зря я приезжал сегодня? Все, воздуха хапанул. Ушел. Ну ничего, друзья. Потягал он меня хорошо. Руки аж затрусились. Ну класс. Потягал он меня нормально. Единственное, что неудобно, камыш и маленькая ручка в подсаке. А так адреналинчик получил, а. Руки как трусятся. Класс. Да, кайфанул уже. Не зря приехал. Ладно, будем еще пробовать закидывать. Вот он как идет. Опа. Опа. Да, условия здесь спартанские. Вот она, рыбалка, за которую я ехал. О, кайф, друзья, вот это кайф. Все, зацеп. О, ну, давай еще. Вяло так. О, о, о. Ребята, если есть байтранер, всегда отпускайте. Для этого он и придуман. Походу, там кто-то сидит. Да. Все, подсекаем. Да. Давай.
Ой, оторвал. Оторвался. Ну ничего. И такое бывает. Было принято решение собираться домой, так как пошел дождь и такой хороший пустился. Время я провел с душой и на высоте, чего и вам рекомендую. Именно ездить на рыбалку и отдыхать душой. Расслабляться, кайфовать не от пойманной даже рыбы, а от того даже, как вы тащите ее. Поэтому с вами был на канале Виконста. Вы знаете, что делать, пишите комментарии. Всем goodbye!